Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алексей, мы играем в Майнкрафт, проходим квест «Убежище». Так, мне надо что-то поесть такого, чего я давно не ел. Пицца. Сегодня у нас будет пицца. Так, и давайте посмотрим, что там у нас по квестам. Значит, по квестам я сделал вот эти вот все инструменты. Надо только позабирать награды. Я решил ноты пособирать, потому что что-то в сумках обычно какая-то всякая фигня попадается. Чаще всего саженцы, которые мне не очень-то и нужны. Так, и у нас вот дальше идет... Давайте сделаем... Вот у меня завис один момент. Капаситор банк. Для этого капаситора я как раз сделал вот эти вот слитки. О, железо. Так. Тут пластик я делал. Это все, наверное, пока что все сюда закинем. Так, и вот эти инструменты, наверное, пока выкинем. Ну, то есть, понятно, они очень хорошие штуки. Из них делается очень много всего интересного. Ну, в смысле, не делается, это я так что-то заговорился. Эффекты накладываются. Так, а вот эти вот капаситоры, которые я подготовил в прошлый раз, давайте отсюда уберем. Вот это, наверное, тоже все уберем. И вот эту вот штуку тоже уберем. Потому что я хочу, чтобы они стояли немножечко иначе. Как-нибудь вот так. Вот. Между сундуками, чтобы в сундуке это все складывалось. Вот тут, конечно, тоже надо бы все попеределать. Так, вот это заберем. Вот это уберем. Вот это тоже уберем. Так. Давайте сделаем капаситор, а потом его сюда поставим. Типа, чтобы он тут энергию накапливал. Итак, значит, чтобы сделать из этого вот это, нужно сделать нам сначала вот это. Так, у нас для этого не очень-то много есть. Чего? Так, вот эти вот штуки надо наделать. Штуки 4 сделаем сразу, потом еще пригодятся, конечно же. Так, нет угля. Так, кол. Хотя вот, полезный чаркоил. Чё он не хочет? А, потому что это чаркоил, понятно. Так, это мы в дробилку сейчас закинем. Пускай дробится. И чего там еще понадобится? Вот эти инготы. Ну да, у меня это все есть. У меня это все есть. Так, давай, иди сюда. Так, один красный сделали. Так, и получаем вот это. Да, вот он, капаситор на 25 миллионов. Ой. Это на 5 миллионов. Я что-то думал, что на 25. Где у меня книжка-то? Вот она. Ну, по-моему, его и надо было сделать. Да, его и надо было сделать. Так, это мы забираем, спасибо. Так, и у нас по этой ветке осталось вот эту часть пройти. Нужно сделать визерсиль скелетон. Еще я, кстати, тут побегал, нашел данж, в котором нашел вот эту штуку, Division Sigil. Но для нее ритуал нужен, чтобы ее зарядить. Так, Magma Crucible, Fluid Transposer, Induction Smelter, это все не то. Мне бы еще надо сделать дробилку, вот именно из Thermal Expansion. Но это тоже чуть-чуть позже. Давайте, наверное, установим все наши капаситоры. Так, вот это поставим по центру. Так, мне еще, наверное, понадобится проводок. Где-то тут лежал. Вот две штучки. Мало, конечно. Так, вот до сюда водотянем. Так, и генераторы поставим. Вот это тут. И еще у меня есть survivals. А что survival, если... Не, вот эта штука мне может пригодиться для чего-нибудь другого. Давайте это все будет у нас просто на угле питаться. Так, что у нас там, кстати, с углем? Квал. У нас много эссенции накопилось. Так, это убираем пока. Так, 20 блоков. Так, ну, давайте сюда, наверное, вот так закинем. И сюда остальное. Так, отлично. Он у нас будет принимать вот отсюда. И вот отсюда отдавать вот сюда. Вот. Прекрасно, прекрасно.
Хорошо. Что-то тут ничего не накапливается, но это, наверное, у нас вот алой смелтер много чего поглотил, поэтому, наверное, так. Так, хорошо, смотрим дальше, что у нас там еще. Значит, чтобы Wizard Seed получить, мне нужно 3 головы, а у меня их всего 2. Но у меня есть зомби-спаунер, который я, наверное, сейчас и начну делать. Так, чтобы его сделать, мне нужно сделать сначала сам спавнер электрический, как бы. Вот такой. Powered спавнер. Так, для этого нужно будет любая голова такая, еще вот такая. Так, а тут нужно силикон, редстоун и солариум. Еще и топор с ножницами. Боже ты мой, сколько всего. Так, ну будем искать, что у нас тут из этого всего есть. Солариум. Солариум у нас есть. Его понадобится 2. Так, также мне понадобится... Так, а ну-ка еще раз спавнер. Так, powered спавнер. Ага, мне вот такие вот кристаллы понадобятся. Для них нужно вот это. Vibration Alloy делается из Ender Pearl и Energetic Alloy. Понятно. Так, они у меня есть, конечно же. Так, Energetic Alloy. Ну, сделаем их на штуке 4, наверное. Так, а Ender Pearl я, кстати, научился их выращивать. Так что скоро у нас их будет тоже достаточно много. Так, что-то я не то наоборот выставил. Нужно All Smelting. Нет, Alloys Only. Вот, 4. 4, все, делайся. Так, еще там ему понадобятся ножницы. А вот, кстати, Iron Axe это не то, что мне нужно. Так, а ну-ка спавнер. Так, Iron Axe и ножницы. Голова, силикон, понятно. Ну-ка, кстати, силикон-то у меня есть? Да, есть. 2 силикона. Так, ножницы я сделаю из железа. Так, 2 сойла. По-моему, там что-то редстоун, по-моему, тоже был. Что-то я так помню. Ну-ка еще раз спавнер. Эх, что-то память никуда. Да, редстоун и еще голова. Именно голова зомби нужна. Так, ну ладно, берем одну голову. Так, как-то это все вот так будет выглядеть. Так, это вверху там надо будет поставить. И внизу редстоун. Ну, вроде так. Вроде так. Так, это вот сюда. Это сюда, сюда, сюда. Так, пошло делаться. Это хорошо. Так, и теперь вот такую штучку мне еще нужно. Так, давай, давай, давай. Отличненько. И, по-моему, там еще один спавнер понадобится. Что-то я так сейчас помню по рецепту. Ну-ка, еще раз спавнер. А, там машинный блок понадобится, я вспомнил. Тут нужен будет машинный блок. Так, есть. Любая голова. Свою возьмем. Где-то у меня тут их много. Уж свои-то головы мы научились получать за это время. Так, 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 так. Значит, голова, машинный блок, вот эта штука, потом вот эти наггеты. А, там же кристаллы нужны, фу ты, блин. Я вспомнил, вспомнил. Еще один понадобится. Так, ну-ка пишем еще раз спавнер. Так, вот такие штуки мне понадобятся. И еще нужен эмеральд. Ну, эмеральд у меня есть. Так, 2. Так, раз. Вот, вот тебе 2.
Так, железо и вот эта голова. И машин кейсинг. А, машин кейсинг я уже сделал, да? Так, мы тут должны были что-то получить. И где оно? Эй! А, вот же она голова-то, господи. Спавали. Так, а ну-ка, спавнер. Так, соберется? Нет, не хочет собираться. А что тут нужно? Железо, что ли? Electrical steel. Ах ты гадость такая. Силикон. Железо. Так, ладно. Силикона возьмем. Железо есть у нас. Так, и кол у нас, по-моему, тут есть. Так, алой смелтинг. Ну, давайте все это дело закинем. Так, 4 штуки там надо аж. Блин, вот сюда бы капаситор поставить. Ну-ка, вот у нас капаситор стоит. Я не знаю, будет ли он давать ускорение какое-то. А, нет, тут что-то нужно другое. Restore speed range of machines. Ну, короче говоря, вот такой надо. Да, потому что это будет очень долго. А ну-ка. Черт, капаситора не хватает. Так, теперь угля не хватает. Так, а я весь уголь угнал, да, куда-то? Так, надо его наделать. Я так понял, что он частенько нужен. Так, а, сталь у нас получается и куда-то складывается, вот куда. Три стали уже есть. Да, в принципе, я так думаю, что оно быстрее сделается, чем я сделаю этот капаситор. А ну. Во. Ну и типа быстрее пошло, да? Хорошо. Так, и вот из этого мы теперь можем сделать... Где она тут? Кстати, есть ферма на этой штуке даже. Так, Powered Spawner. Наконец-то. Забираем. Так, и где-то вот тут нужно его организовать. Так, где-то у меня тут было забор. Вот он. По-моему, 10 на 10 спавнер работает, да? Как-нибудь типа вот так. Ну-ка, раз, два, три. Так, ну раз, два, три, четыре, пять. Ну да, вот до сюда. Так, тут тоже, наверное, надо закрыть пока что, чтобы не выпрыгивали. Так, стоп, это я не так начал делать. Так, раз, два, три, четыре, пять. Наверное, так. Вот. Надо, правда, калиточку бы здесь сделать. Так, это сюда. Да, о, пойдет. Так, и вот тут поставим, наверное, спавнер. Его вообще-то надо сначала соединить с кое с чем. Так, это пока мы уберем. Вот где-то тут он и будет стоять. Так, и двигатель бы ему поставить. Да еще бы настроить так, чтобы его можно было отключать. Да. Так, надо будет, наверное, Rednet кабель сделать. Так, Rednet кабель. Эх. Эх.
8 штук, я думаю, мне хватит. Так, вот эту штуку, я так понимаю, нужно соединить сначала вот с этой в наковальне. Ну-ка, что там у нас с железом? Так, надо сначала блоки наделать. Раз, два, три. Хорошо. И вот так. Так, наковальня. Где же мы ее поставим? Ну, где-то тут давайте. Так, и по-моему вот так, плюс вот так. О, еще и 30 этого уйдет. Powered Spawner. Зомби. Да, пойдет. Так, и его нужно же будет отключать каким-то образом. Для этого я сейчас здесь кабель протяну. В принципе, можно кабели поверху протянуть. Но красивее это снизу. О, у нас тут эндерняк. Да, вспомню. Так, и вот это вот сюда. Ох, чувствую, мне сейчас не хватит его, этого кабеля. Да-да, чувствую, не хватит. Так, значит, надо будет еще потом красиво все закрыть. Так, это поставим сюда. Сюда поставим спавнер. Так, и настроим, чтобы он работал только по Redstone сигналу. Так, ему же еще энергия нужна. Вот для энергии мы сейчас вот эту штуку и поставим. Так, ну для начала нужно протянуть кабель. Сейчас одного кабеля не хватит, смотрите. Ой, блин. Ой. Так, хорошо, что умею летать. Так, Rednet. Кабель. Так, 8 точно хватит. Так. И вот сюда поставим рычажок. Так, рычажок. Рычажок. Это я что-то задумался, не пойму о чем. Так, где-то у меня были тут рычажки уже. Неохота лишний делать. Что за коблстоуном надо будет идти. Кстати, коблстоун уже давно пора сдать. Так, а что у нас с деревом? Вот, кстати, коблстоун. На будущее тебе. Так, хорошо. И вот так вот ставим. Пиу-пиу. Так, хорошо. Хорошо. Так, белый подключен. А там случайно не надо ли подключить как-то иначе? Типа вот так. Мне что-то кажется, что надо. Так, и когда я нажимаю, он, по идее, должен активироваться. Угу. Так, хорошо. Теперь закроем все, что тут было. Так, вот такой вот штукой. Ой. Да ну что ты? Вот. Так, вот так. Ну и сюда поставим двигатель, наверное. Сюда потом редстоун докидываешь и все. А ну. Пошел работать. Не знаю, сейчас будет спавниться или не будет. О, заработало. Так, еще я в данже был. Я уже говорил, да? Нашел данж такой небольшой. И в нем было. Был такой вот меч. Вот такой. The Ender называется. Вот. Судя по его описанию. Смотрите, Increased Skull and Ender Pearl Drops. А, так он еще и заряжаться должен, что ли. Ну, он сейчас вроде заряженный или как. Вот, вроде как он дает больше дропа. Сейчас мы посмотрим, насколько больше дропа он дает. А вообще, знаете чего? Как-то он не так уж и много дропа дает, если честно. Кстати, а что там у нас?
А, ля, это что, настолько быстро он потратил энергию? Ничего себе. Вообще-то я хотел давно уже апгрейдить вот этот меч. Вот таким вот образом. Во. И кажется мне, что эта штука как раз будет давать больше чуть-чуть. Так, а я вот это включил или отключил? Никто не знает. А, включено, да. И что, у нас прямо так вот энергия кончилась? А ты что не работаешь-то, а, друг? У тебя ноль энергии. Ой, привет. Так, мне нужно, получается, две головы аж. Ладно, подождем, когда они все наспавнятся. Пока голов нету что-то. Так, ладно, лишнее пока поскидываем. Так, вот этот вот спавнер тоже. О, это как раз не надо сюда. Вот это я хотел сюда скинуть. Так, вот у меня еще ячейка. Надо ее поставить, точно. Так, а ну-ка, двигатель, двигатель. Давайте-ка поставим вот так. Так, а двигатель уже сюда. Да давай. И не могу поставить с шифтом, потому что с шифтом я опускаюсь. Опачки, голова. Ладно, бог с тобой. Ух ты, блин. Хорошо заработала, как быстро. Морковки зато повыпадали. Так, энергия. Ну-ка вперед. Но она быстрее тратится, чем... Так, нужно настроить, чтобы у него сзади был вход. Сзади у него и так вход, а внизу, собственно, выход, да? Ну да, вроде бы как все хорошо. Так, ладненько, пускай работает. Надо, наверное, еще редстоуна ему наделать, чтобы он не затихал. Вот, кстати, редстоун надо бы вот таким образом еще сначала. Так. А его что, теперь дробить, да? Ну, кстати, силикон из него же получается. Хорошее дело, да, надо дробить. Так, дробилка у нас тут, да? То есть сюда вот все закидываем. Так, а ну-ка, ребята, мне еще головы нужны. Да, я знаю, что нужно сделать из тинкер с констракта меч нормальный. Навешать на него обезглавливание эффект. Но это все ж нужно делать. Проще потратить кучу энергии, чтобы добыть еще одну голову. Ладно, пускай делается. Что там у нас по квестам? Так, лишнее давайте отсюда откинем. И вот сюда лишнее также откинем. Реднет кабель сюда. Так, а вот это все вот сюда. Так, смотрим. Смотрим, что у нас там дальше. Эндерсид, короче говоря, ждем еще одну голову. Смотрим, что у нас там дальше. Так, нужно сделать кейк. Под кейк я готовился. Яйца есть, молоко есть. Так что мы сейчас его сделаем. Так, кейк есть. Смотрим. Orange sapling дают. Забираем. Так, джуси. Apple juice, orange juice, cherry juice. По 10 все нужно сделать. Так, где-то у меня тут было, что-то было. Так, это нам сейчас дадут, хорошо. А что это такое? Lotus seed spawn. Бью специально по голове, чтобы отрубить. Курица, ты-то как тут оказалась? Не, правда, как она... Как она тут оказалась не в тему, а? Интересно, конечно. Да хотя, чуть я ее убил. Ну, стояла бы, достояла. Так, ладно. Опачки, а что-то у меня еще одна голова. Три головы. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, торт мы поставим здесь. И зомби-спавнер, в принципе, можно уже пока выключать. Да.
Так, что-то я хотел сюда поставить. Вот так поставим тортик. Я есть пока не хочу. Так, надо с соками разобраться. По сокам... Сейчас, секунду. Что там в сумке? Естественно, очень нужная вещь. Так, головы пока отложим сюда. Сейчас разберемся с соками. Значит, у меня тут есть 2, 3, 10 яблок. Есть вишня. И вишню я как-то уже, по-моему, из нее сок делал. Да, 8 вишен есть. Сейчас мы еще парочку сюда. Так, а у меня есть еще одна соковыжималка в другом месте. Так, а вот сюда яблочный поставим. Осталось апельсинки вырастить. Кстати, вырастить апельсинки, наверное, будет проще с помощью костей. Берешь такую муку, берешь такой еще кости. Эти кости, наверное, лучше в дробилку тоже поставить. Их там будет больше. Так, и пойдем выращивать дерево. Потому что соки тоже важная штука. Так, что у меня тут на ферме? На ферме у меня все плохо. Смотрите, насколько. Все забито. Да, надо ставить здесь, наверное, МЕ-систему или все-таки каким-то образом вести. МЕ-системой тоже когда-то надо заняться. Так, посадим-ка мы дерево где-то тут. Так. Так, вот это вот что-то у нас тут лишнее. Так, что там, кто-то бредет ко мне, нет? Так, апельсинки, апельсинки. Мне надо-то сколько? 10 штук, да? Ты что так стоишь и выращиваешь апельсинки? 9, 10, спасибо. Можно поставить, конечно, фрут-пикер. Который, кстати, блин, спускайся. Который у меня там, кстати, есть по заданию. Так, что там у нас вишенка не тут? Вишенка, насколько я понял, доделалась. Так, теперь ставим вот это делаться. Апельсинки. Так, яблочки у нас тут где-то есть. Сок яблочный есть. Я так понял, что они нам уже зачтут его. Так, остался апельсиновый сок. Ну ладно, пускай он пока делается, а мы посмотрим, что там у нас еще по квестам надо. Так, это мы сейчас сделаем. Так, сид. Тут ничего не открывается почему-то, хотя еще 25%. Тут мы сделали авто everything. Ну что, вот надо чем заняться. Cobblestone собрать. А для cobblestone собрать нужно сначала систем сделать. Систем, которая принимает квест. Вот эту вот штуку. Да. Спасибо. Так, где-то у меня была воронка. Вот она. Так, и мне бы еще один сундучок. Вообще, вы знаете, воронкой будет долго. Да, воронкой будет долго. Надо это... ноду сделать. Ноду вот эту. Пайпы тут всякие нужны. Во. Так, чего у меня там не хватает? Так, и они, кстати, могут пригодиться в большом количестве, так что есть смысл. Так, честно, у меня еще, скорее всего, нету. Ай, ничего нету. Трубу-то так и не сделал. Так, во, 4 ноды. Отличненько. Так, и где же мы эту систему поставим? Ну, наверное, где-нибудь тут в углу. Мне же еще сундук нужен. А что сундук, если я вот это могу собрать? Блин, ну тут уже много, 7000 аж кобблстоуна-то. Я не хочу 7000 туда сдавать. В принципе, в нужный момент можно просто отключить. Но так это ж надо его стоять ждать, да? Так, чест. Делаем тогда еще один сундук. Кто помнит, сколько в сундуке помещается
64, насколько тут 3x9, 27, 64 на 27, черт его знает сколько, 640, короче, где-то 1500 как раз и помещается, да? Да, где-то 1500 и помещается. Ну-ка, сейчас мы его вот сюда поставим, ноду вот сюда. Да. Так, и сюда накидаем. Так, сок мне пока не нужен. Кстати, это можно в еду положить. Че я его выкидываю-то? Так, муку убираем, ведра оставляем. Ладно. Так, отличненько. Сейчас вот так. Так, это оно куда там? В ноду уже залезло, да? Так, я думаю, хватит. Так, теперь нужно выбрать сначала квест. Select. Так. Наставить его сюда. Вот. И соединить трубой, которую я почему-то тоже не взял. Хотя не будет он быстрее с этой Quid System. Надо же ускорители сюда ставить, чтобы оно быстрее это было. Ну-ка, апгрейд. Короче, все у меня как-то через это. Через не пойми что. Так, сейчас мы сделаем. Раз, два, три, четыре. Так, а ну-ка, сдавайся-ка быстрей. О. Так, и чтобы посмотреть, что у нас там есть. Так, сдается, сдается потихоньку. Так, теперь у нас там, наверное, готов уже сок, и у нас уже нет времени снимать. Так, заодно посмотрим, что там у нас. Так, это не то. Creeper Kitchen. Ага. Так, забираем. A trip to McKay's. Ой, блин, тут целый этот нужно делать. Целый набор. Так, ну это у меня уже было. Лимонад. Что, неужели из лимонов? Так, лимонад. Или лимонад. Так. Вот он, лимонад. Делается из лимонов. А лимоны, блин, надо искать теперь. А, лимон саплинг мне дали. Спасибо большое. Так, ну ладно. Это, короче, я лимоны выращу, конечно. Вот. И этот квест, наверное, сдам. Мне вот интересно, когда сдастся вот этот квест. Что там будет дальше? Будет ли тут какая-то ветка от этой ерунды? Не понадобится ли там потом кучу? Кстати, мне вот за это трансфер ноду дадут. Зачем-то я ее делал. Так, ну короче, половина сдалась. Ладно, на этом мы закончим. Автоспаунер мы сделали. Кстати, этот автоспаунер можно будет потом заменить на любой другой. Вон там у нас кто-то горит. Кто это у нас там горит, кстати? Зомби, наверное? Или кто? А, это у нас забор горит. Прикольно я так сделал, да? Как будто кто-то сюда и полез бы. Так, ну ладно. На этом мы закончим. Спасибо, что посмотрели. И всем пока.